Так. Кто-то там хотел, да, на приста или что-то я путаю. А, на покорителе хотели. Вот это говно надо кому-то, блядь. Кто ее юзает вообще, блядь? Так, на изображение тебе в подарок. Два завоевателя надо кому-то? Да ПВП, по-моему. Если никому не надо, кинь на хули дринка одну. Так, тут Давай инсика мне обе. нажимает. Инсика нажимает. Ретрик нажимает. Диссолют нажимает. Ну давайте, роль, кидайте ролл. Первые два парола получите токены. Свитбопс. Ко мне тут друзья собираются прийти. Ну да, можно хули поделать, друзья, это святое. Придется нам 24 добивать. Так, шалфир и метамизол, правильно я понял? Все, раскинул. Пошли на трэш. Так, что это мы с профом? Что это там? Ой. Семь, блять, сколько боссов-то нахуй? 9, да? Так, 9. Давай, свитбупс, удачной вечеринки тебе с друзьями. Да я на Вальку зайду. Кто? Максим Файер. А, да, свитбопс уходит, придется тебе зайти и дамажить. Все, я его убрал. Так что заходи. Придется тебе синдру еще идти. Верить. Посмотрим. Там еще будет. Бан. Шо там, хильте меня, блядь. Зал массакру на всякий. Так, милики, выйдите оттуда, выйдите, милики. Не залутайте дамаг. Там добейте вот эту, как она называется, ледяную дуру, блять, которая кастует это говно. Выберите ее. Цель. Чтобы милика. Милики только под ложным выпадом там как-то аккуратно бейте, чтобы дамаг был меньше был. Вот она, повелительница льда, блять, вот там звездочка, блять. Вот ее надо убить. Вот еще одна повелительница льда, идите сюда. Войско, конечно, угарная тема. Там, если что, выбирайте разных мобов и давайте им станы.
стан откидывалка работает, там что еще там, блять, вот в этот вихрь, чтобы он не сносил по ебалу миликам. Не настраивайтесь там после целка, мы резко еще идем, если что. Так, у Вальки щита нету, так что я сейчас быстренько зергаем. Густы все прожитки, не жалейте. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно быстро покончить. Глупый крок, ты сам привел. Завтра, значит, ГМХМ закроем. И пойдем ТТГ. ТТГ начнем со слабых боссов справа налево. Собаку оставим напоследок. Ну, это будет зависеть от того, кто, какие люди придут. Если прям супер ДПС какой-то будет. Ну, пойдем собаку наконец оставим. Я ебал нахуй мне сидеть. Если будет какая-то залупа на собаке, если будет что-то непонятно кому-то, значит будем без собаки ходить. Два босса. Вот. Пока ДПС... Я тебе пару лайфхаков на ней расскажу. Ну да, в принципе, мобы там убиты. Да, что-то в прошлый раз не слышал. Слышал, слышал, да. Если эти лайфхаки помогут с ДПСом 270 закрывать собаку, то, блядь... Я прям, это поможет, знаешь, не дохнуть ни одним, ни вторым. Я вообще мечтаю убивать собаку так, чтобы, блядь, никто не дох, блядь. Изи же. Второй босс сложнее. Это, ну короче, этот самый хулидринг, ты справа, я слева. Хилит инсика, там как краб, не краб, я хуй знаю, там как-то решай, короче. Как хочешь, короче. Хочет кто-то с шаманов с ним там зубраджин полетать, можете полетать. Все, чек на пол. Ну так могу прийти. Биг Дэм, Халидринг. Услышал, Халидринг, ты справа? Да, да, да. Давай кин тут. Я хуй, да, знаю, давай, ну блин, вызывай, да. Вызывай, конечно, блядь. Через него отхил больше. Все, вызвал. Надо метку там на краба. Где этот краб? Да не надо метку, демона похитит, и все. Мой, вот он стою. Все, похуй, короче, погнали. Ну похуй. Даже дверь открыта, да, Инсика, блядь. А че Инсика бросил играть, что за хуйня? А он учится, там где он учится, у него нет компа. Кульдринг, моб твой. Просто пробежал. Который фоночился. Вов под запретом. Да. Удавление, добейте, алё. И все разговоры во Вове. Очень жестко караются. Тут как бы мобы, блядь, которые бить надо, блядь. Ладно, верю. Ты что-то, Анька, какая-то уставшая сегодня. А? Это уставшая. Да, так она весь день. Я заебанная. Я сижу, вокруг меня, короче, мешки, коробки. Мне, знаешь, кайфово. Машины грузила там, блядь. Ты сама загружала или грузчиков нанимала? Ну, я и отчим. Что за ты переехала, что ли? Да. Понимаешь, ты... А что, в какой? А в какой район? Блядь, я на горку вернулась. Я в Искитим переехала. А, ну-ну-ну, я понял. Горка это, там где-то улица Новая, да, или как она называется? Биг Дэм, что тоже с Искитима? Маркс улица. Не-не, я это, я в Сибири когда жил, я там продавал, короче, людям квартиру покупал в Искитиме. Нихуя. Полдарный вправо. Я, блядь, туда даже не ездил ни разу. А, нет, я один раз съездил туда на электричке, но тут потом спасал, я ебал на шестите, нахуй. Ну вы чё, блядь, нахуя вы это сделали? Ёбаный в рот. Чё там такое? Я каждый раз так говорю. Чё там такое? Тут летает, они а, ну зубраджин с гримзолом. Да. А чё они сделали?
Чё там? Да я что-то подлетаю, не успеваю нахуй. Первый стак не успел, второй стак не успел. Да вы хоть ждите его, я хуй знает. Как-то, бля, я не знаю. Блять, жирный. Давление и свечка справа. Милики, от Олдерна отойдите. Подавление. Нихуя, а я из формы не вышел, я озарение дал, нихуя себе. Это что? А ты что, не знал об этом? Нет. Они же так же работают. Да, делали эту хуйню. Нихуя, круто, блять, охуеть. Теперь танка не будет. Теперь танк полезнее становится, друид, нихуя себе. Нихуя, блять, я не знал такую хуйню. Раньше, блядь, шотала с формы выходишь, блядь, шоты, блядь. Не, ну кайф, респект, респект, блядь. Теперь еще массейв мишки надо дать. Да хуя хочу, да? Переверну слава, да? Это 4 переделать, в конце концов. Сколько уже можно? Слава, еще и ревностного с ТТГ выбить, да? Да в натуре, блядь. Ревностного хуя хочешь. Ревностного надо выбить, блядь. Подавление справа. Чё, давайте сейчас берем первым, наверное. У меня уже 40 стаков. Ну вы смотрите, типа вам виднее там, когда Гера, блядь. Типа тут уже без Гера, может, там 10 мультов осталось. Ну, в натуре. Вот черепок и там, блядь. Ну и чё там? 10%? Да, я вам помогаю уже. Блядь. А, да, у вас ещё он... Да хуя... 10 тысяч хилю, блядь. Да хуя баф висит, всё за хили. Нормально. Ну, смотрите, а мне похуй на эту синюю хуйню. На фиолетовую. Ну ничего, неплохой лут, нормально. Хуета. Две шмотки на танка, блядь, одна на хэпала, блядь. Хуета это когда, блядь, с 12 боссов один осколок вкладывает. Вот и хуета. В натуре, блядь. Бля, это шея получше будет. Ну, хуй с ней. Я вот не помню, такая есть, нет? Я уже там теорию проверял. Должен ли, блядь, шея, этот, грань где-то в руке. А сейчас у тебя вообще другая шея какая-то? Так, ну на ретрик тебе. Давай, ну, о, кольцо заебать сказать. Хотя мне тоже круто. Так, ну кидайте ролл на кольцо тогда. Ну и тапки, блядь, в подарок, блядь. Довеском. Просто хапало, когда не соберешь. Фокси, а ты на ком играешь? На сове. Электромужик, что ли? Ну да. Электромужик. Блин, думал, разобьюсь, блядь. Блядь, как у Ники придумывается. Ебалом по клаве, блядь, так и придумывают. Все тут. Все нормальные были заняты, я думал, какой создать, потом вспомнил, что электрослесарь, и так подумал. В принципе, электромужик. У меня товарищ, мама, когда играть начинали, у него был ник мужик. Ну, Ларс ником мужик, короче, он сейчас пришел на этот, ну, на классик, на лича. И у него там это... Ник мужик был занят, он назывался просто мужик.
Так что, ну, значит, на завтра, на воскресенье настраивайтесь ТТГ ГМХМ. Вот печеньки еще актуальны очень долго будут. Инст легкий. ТТГ потяжелее, конечно, на ГМХМ просто. Ты это ТТГ легкая, нахуй, если не ебланить, блять. Залейте жуков, блядь. Я вот тут слева ловлю, там справа. Сводим в центр, даем на пул. Милики, не подходите, если у вас сейвов нету. Не подходите, то сдохните. Вот РДД со звездочки все зальют. Ёбаный врод, куда этот пидор побежал? Синдру, я, ты начинаешь. Я. Все, возвращайтесь в центр. И пачку мелкую заливайте. Сейчас большие жуки еще и пару пачек мелких. Да у меня агро побольше. Не, у тебя тоже нормально, блядь. С под напулом-то похуй будет. Тут напул уменьшился у нас. Вместо 4, 2 сейчас. Кто там, блядь, стоит? Я просто пост шмот. Угу. Надо с ВК выбить мне еще шиту. Где-то, блядь. Запы бисовые, прям. Мои любимые, блять. Че вот каких-нибудь 84-х нету, тоже с двумя дырками, блять. Они, наверное, лучше будут аж до 84-х. Может, и даже лучше их, блять. Большие жуки. Можно было бы, чтобы собрать вообще цены для него. Очень. Еще пачка мелких. Нихера себе, хорошая пуха. Чё за пуха? Да вон тебя линканули с пиджала. Ебать жёсткая, нихуя. Двуручная нахуй. На ДКшника придумали специально. Я хуею. А выглядит как говно, блядь. Защита, уклонение, мастерка, да. Не кисло. Модельку то ли с буфа, то ли сет, с региона спиздили. Не, это... Наш Дренор. Дренор? Да. Гайд, как собирать мобов, блядь. Давайте на пул, зубы готовим. Там что, у тебя гулдан был? Я не играл в Дренор. Я видел, что есть такой у меня... Ну, на лафе есть, наверное, такой меч. Там где лаз гулдан? Да. Но это в этом, у Легионе. Так в Дреноре тоже. Вадя, у меня картинка встала, блядь. А Леон Дренор призывает Архимонда, что-то такое. Это, в Дреноре там, этот... Класс, как его. Там их разных цветов есть. Есть там зеленый такой есть. Еще какого-то цвета. Там Архимонд в Дреноре лаз.
Я не знаю, я вот от Сируса жду единственного. Я жду БТ и Санвела. И мне вообще похуй. Вот эти инсты я хочу пройти. Ага. Или Донов Герей. Похуй, даже не Гера, а обычку хотя бы просто сыграть вот именно в 80-м этом персонаже. Под 80-й, да. Да, чтоб переписали, чтоб, блять, прям прожить эту хуйню. А не, это вряд ли они замутят. Да замутят, ну. Ты чё, хиджал же делают. Хиджал делают, значит БТ будет скоро. Хиджал уже прошли, я тебе так... Ну, хиджал... Вчера закрыли на X2. Хиджал это хуйня, а вот БТ там серьезная хуйня начнется, там нихуя. Это считай как целка своего времени, только на БК, блядь. Ну да. А еще и Санвел, ебать, тоже большой инс, много боссов. Ну там поменьше, чем в Хиджале, ой, блядь, в БТ. Ну это пиздец, отвал башки, как говорится, блядь. Я бы хотел разъебать этого Килджедена, блядь. Лиданчика побить. А че, корни никто не дал? Не даются тут корни. Амбусирос, блять, этот нахуй, как он называет. Хостинг, блядь, как он, сервер, блядь. Типа, чтобы не лагало вот так вот, блядь. Ты надо, блядь, эту хуйню проработать. Да, в натуре, блядь. Хотя, с другой стороны, она и на выход такая же хуйня в рейд, блядь, там тоже люди жаловали, что даже, блядь, на мощном компьютере все равно лаг будет 25 тел какой-нибудь. Ну, тут иногда, когда, понял, трэш собирают вот этих дракончиков, подлагивают жестко. Что-то заводить не будет? Не-не, я тут не люблю туда просто заводить. Я там тестил, условно говоря, ты ставишь график на максимум, у тебя лагает, ты графику дропаешь до нуля. Ну, при больших там, ну, не знаю, там хуя всякой прорисовок. Тебя лагает точно так же, полбою абсолютно. Что, блядь, с большой, что с маленькой графикой. Вообще да. Никак не влияет. Да, там от этого не зависит. Там обмен пакетами идет, блядь. Сервер тебе долго отвечает просто на твои действия. Это получается. Сейчас моб, когда умрет, он встаем там. Ставим метку. Вот примерно в треугольник встаем, сбегаемся, там захиливаемся. И тотемы, и петов, готовьтесь убрать. Тему петов там уберите. Вон там элементарь, блять. Фаермаг там остался. На, нахуй. Внучок, нахуй. Смертники, блять. Я что писал, что я покурить скажу? Я понял, блять. Вывод курение убивает. Да, там говорят это. У меня... Короче... Дедушка знакомый, вот ему истории рассказывает. Вот я не курю всю жизнь, говорит. И вот мне там, не помню, сколько лет. А брат у меня, говорит, курил всю жизнь. И он помер. Потом, а друг у меня тоже курил там, блядь, всю жизнь. И он тоже помер. Рыбка стоит, ешьте. Тактика на босса, блядь, слушайте внимательно, блядь, или будете ГП лутать. Это самое. Довокин, ты где там? Ну, Довокин должен знать. На второй фазе метки в кружок. Рейд в это, в ромбике, блядь, в эскалатор, да? Заморозитесь, наверное. Чтоб наверняка тогда вот так. А, на взлетке, значит, метки внизу ступенек. Опять вы это в линию ставите. Если какая-то проблема, самое главное вдвоем не это не бегайте, как два гуся там, типа двойной урон от глыб не лутайте. Если не можете выбежать там, если вам место не уступает, вы бегите вперед, назад, только не вдвоем не стойте. Вот.
не обязательно в линию ставить, типа, если у вас не получается. От чего можно сдохнуть? Это притяжка, это глыба, не спрятаться от 4 бомб, когда 5 глыб стоит внизу. Глыбы до 20% бейте. Ну и на последней фазе самая главная ваша задача всех хилов, танков, ДД. В каждую метку ставите в кружок, и за каждой глыбой, не через одну, не через две, за каждой, которая появляется, каждые 15 секунд, вы скидываете стаки. Скинули стаки, вот скинули стаки таинственной энергии, вышли подамажить. Следующая глыба упала, зашли, скинули, вышли подамажить. И так по КД. Когда в сторону надо будет, скажу. Все, нихуя сложного. Значит, ССы. Давай ССы так распределим. Значит, Келия по Войду кидай. Притон по Электрому. Волкар по Вадикону. Рилли по Не люблю кидай. А Метамизол кидай по Диссолюту. И так по КД. Друг, если варится будет. Потом, если что, на них запомните. Все, поели. Инсика, Зубарджин и Бидон. Ваша задача. Когда мы с Холидринком меняемся, он меняет меня или я его. Переключитесь своевременно на танка, блядь. Танков не уроните. Упадет танк, упадет рейд, блядь. Это ваша задача. И остальные два приста вас тоже это касается. Да и могу, блядь, не справитесь с пятером. Все, чекнули. Времени мало, сука. 3 часа тут торчим. Все готовы, иду запускать. На пулы на медведя. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Притяжка будет скоро, готовьтесь поближе к боссу, вставайте, чтобы от притяжки больше времени было отбегать. 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! Фридом не надо по мишке, я форму меняю, скидываю. Ну вот, Электрому нахуй, вставай, захиливайся. Ресай Килио. Давакин, я тебя ресую, вставай. Спрятались, справа близко падает. Спрячьтесь нахуй, кого резнули. Сука, бомж, блять. Ну, блять, ёбаный в рот, нахуй. Бейте глыбы, хули вот эти фуловые глыбы стоят, блять. Как с вами разговаривать, блять? Слева падает. Третья. Это не просто пиздец, нахуй. Это ГП, блять. Глыбы разбивают, сейчас четвертая упала. Пиздец, нахуй. Это не. Это вообще не. Это хуже, чем пиздец. Так, ну ладно, Вадикон пускай останется. Чилишь теперь ты, нахуй. Ну а хули ты? Меня душа не убила. А, вы еще и сферы решили не бить, да? Рисай, Вадикон, шалфира. Да какая валерианка, блять? Ну как? Ты, тебя притянула Синдра, отпрыгиваешь назад к Румбику, блядь. Что сложного? Убав по шалфиру. Не, давай кин Электрому нахуй. Беги, малышка, беги! Больше падать нельзя, никому БРов нету. Так, для справочки вам скажу, блядь. 5 глыб вниз ставим. Не дай бог глыбу это не добьете и будете босса бить, нахуй. Беги с метки там, стопор скинь. Чё ты говоришь, тебя слышно плохо. По центру падает. Что там про... Он уже убежал. Ники метков призывает. Там же по центру близко. Это вторая. Глыбы подбивайте крайние, нахуй, ДД, блядь, стоите за это, справа близко. Это третья бомба. Четвертая, последняя. Крайние две глыбы, блядь, лево, право, нахуй. Пол хп, блядь, у глыб. Все, четвертая падает, быстренько зергаем глыбы. Шелфир, блядь, не сдохнет.
Притяжка скоро будет, подходите поближе к носу. Порталы там, луки обновляйте, не забывайте для притяжки, чтобы спотоваться. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти трепещите, смертные? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Скоро перейдем. Не, взлет, не взлет. Третья взлетка. Не чилил бы Довакин. Спускайтесь вниз с метками. Друг от друга рейндж. Справа близко, слева. Справа далеко. По центру. Это третья. И четвертая, смотрим внимательно. Слева падает. Готовимся. Босса сразу переводим. Глыбы быстрее, босса уже пробить. Все, босса пол ДПС. Один процент. Давайте. Все, пошла фаза. Первая в кружок и сразу разбить. Великие, уже можете уходить. Секунда до глыбы. Где салют? Засчитывать его, засейвить. Сразу его разбиваем. Сразу зергайте. Скидываешь, меняешь, скидываешь, меняешь. Ничего не считаешь. Следующую в кружок. Забрал. Ага. Следующую в кружок, зубрыжит. Засчитывать его на фул. Стоим за глыбой, глыбу не бить, будет притяжка. Стоим, ждем. Смотрим. Должна быть притяжка. Если будет глыба, просто вперед отнесете. Вот, Киле, неси вперед, ставь рядом с этой глыбой. Отошли, милики. 12 метров, 15 отошли. Все, стой, стой, стой. Сейчас притяжка будет. Все, после притяжки две глыбы эти зергаем, подбиваем их. Только до притяжки не зерганите. Иду менять. Хулидринка, захильте хилы. Что? Нормально. В кружок ставьте и разбивайте. Электромужик. Блять. Это... Ебать, это чё? Это баг, наверное. Дыхание боком. Это... Ложимся. Просто дыхание боком. Ну мы все равно бы сейчас вайпнули, потому что электромужик не выбежал, но он бы нас заморозил всех. Электромужик, ты тут? Да, Джека, диван сними. Заходите в инст. Ну, давайте, поехали. Значит, мужик. Значит, это, на последней фазе нихуя сложного стоишь, можешь даже не дамажить. Просто смотри синюю метку над головой. Я за понял, сори, просто за ребенком полфазы смотрел. А, все, хорошо. За притяжку, значит, сдохли электромужик. Где там, блядь? А, ты, блядь, не в гильдии даже. Блядь, ты в Засибири, нахуй. На тебе ГП уже вхуяриваю тут. Так, кто там? Килия, блядь, кто еще? Довакин, блядь, кто еще? Живо все поставил. Ну, электромужик, нахуй. Минус 20 скролу тогда. Так, кто еще там косячил, блядь, напомните мне. Шелфир сам задохнулся. Ну, вроде эти три сдохли. Так, ну, ставил я рыбу, нет? Вот. Ставлю. Ешьте. Чё ты говоришь? Я ничего. Я говорю, был бы андадом, не задохнулся. А, в натуре, блядь. ГП за то, что не андед. А чё, это работает на андеда? Нормально, глыба. Да не, он наебал вас, нихуя там не работает. Да он нифига себе, какая прикольная штука. Где вы, блядь, мета этот, Биг ДМ? Хули вы разлеглись, нахуй? Я не понимаю, у вас времени дохуя? Пиздец, нам еще РС-ку идти, вы дрочите, блядь. На ебаной синдре, блядь. Поехали. Разуйте. Поехали. Давайте, блядь, не ебланьте, разуйте глаза, нахуй. Нихуя сложного на боссе нет, блядь. Или вы опять хотите выслушивать говно, блядь, от меня, блядь, всякое. Сука. Умные, благоразумные люди, блядь. Давайте, блядь, жить по-человечески.
Жрите рыбу, пока она есть. Где там Зуброжин релогается. Да проебал БР, это уже похуй. Другой раз. Вот БР, блять, вот по 2 минуты КД там. Как откатится СС и Локи, так дадите. Пока мы давали. КД. БР у нас 2. Вот Электрому, Вадикону нельзя умирать. Где там Зубраджин? Заходишь там, Зубраджин, прием. Я его что-то даже в Дисе не вижу. Ай, бля, пиздец. Есть там кто на замене в Дисе? Я его что-то не вижу в Дисе, наверное, вылетел. Пишет что-то. Скажите, еще написал, КВП ему дам. Вылетел, сейчас зайду. А, ладно. Подождем. Можно это кинуть этого Синдарея в четвертую пати и Зандалава. Сейчас тебе ассиста дам, кинешь. Чисто так по приколу. А, накидай. Напоминаю, блять, нихуя сложно на боссе нету. Самое главное. Накинь во вторую пати. Ой, третью пати. А тебе тоже ассист. Кидайте, блядь. Мой ассист сильнее твоего, блядь. Можете убрать и вот так. О, красота. Ебать, вы там намудрили, блядь. Весь мой фэншуй нарушили, блядь. Оравис чилит. Подушка первым была. Друид инвалид. Ясен. Ну чё там, где там Зубраджин, бля? А вот он где зашел. Лифика без, ну чё дает? Ману, да, такой или какой-то хуйня? Да. Ебать мы долго, нахуй, нахуя. Зубражи, ну чё там у тебя, блядь? Заходишь, чешо? Грузишься? Уже третий раз к Дживсу заглядываю, блять. Чё у него там есть интересно? Хуя нету. Чё? Ну пиздец. А чё она у тебя не зеленая, блять? А ты можешь нажать, блять? Не кнопка играть, блядь, а рун Иксе такую хуйню можешь открыть? Так и закрой эту залупу, блядь. Поебе нету. Нахуя тебе вот это вообще, блядь? Закрой это говно, блядь. И открой, блядь, рун Иксе, блядь. Есть такая хуйня в папке с игрой. Рун Иксе нажимай. И там все, и там игра будет. И нахуй это тебе не надо, лаунчер ебаный. Ебать, понятно, блядь. Давай, открывай там, скажешь.
Ну что там, отгрузишь, нет? Залупа этот лаунчер. Ну-ка, ульты навали. Так, изображение тогда возьми, пока друид инвалида. Если он пойдет, конечно. А, грузится. Аллилуйя, блядь. Подбегай сюда. Вот тебе. Там это другой ШП, дай им кашечку. Вот тебе рыба. Мне кто-то весь всю дорогу КМК кидал, а теперь кто-то она куда-то пропала. Че, у тебя сопрота нет изображения, тебе не надо? Че, если маза есть, меня заменить, я пойду детей купать. Давай, этот, иди, этот самый, инвалид, ты тут? Пошли, инвалид, ебашить пора. Какой ты лгород? Так, и что тогда? Ой, ну это... Поставь. Хиле его в шестом оставить или как? Как думаете, хилы? Или в хуёвой сове? Я могу в ретрика спекнуться. Не, но... нахуй, не придумывай хуйню. Ретрик это залупа будет, будет вайб, блять. Ай, блять, вот он ушел с рейда, надо его найти сейчас. А, он же не в гильдии был, я понял. Ты ему ИП уже. Ну, друид, типа, нормально захилит. Ага, танка, танк сдохнет нахуй зато. Ладно, будь в сове, будьте в хилах. Вы должны захилить все, чек на пул. Друид инвалид, на тебе это. На тебе вот так. И найти вот так, и вот так, и вот так. Вот. Машься, жри. Он рыба. Погоди, стоит. У меня все это есть. Ну, обмен принимай. А, не это надо. Бесплатно. Нельзя отказываться. Ну если есть, красавчик, чё. На дурит инвалида тоже СС дайте кто-то. Кто давал на элитчат? Я уже сдал. Ага. Все готовы, пошли. Блять, не ебланьте нахуй, босс несложный. Просто, блять, забудьте про ДПС, убейте его за 10 минут, блять, и все, и пойдем дальше. Не вытворяйте хуйню, блять. Забудьте то, чего мы учили вас в школе. Не с такое, блять. Забудьте то, что вам рассказывали в других гильдиях, блядь. Чего? Нет, агро говорит он. Пока нет. А, ну что ты гоняешь? Я вижу. Че, блять, обосрался. Ну, пиздец, бомж, блять. Давай, бомжа ресую. Этот друид инвалид после. Не заморозься в глыбу, не превратись. Сука, биг дэм, нахуй, слепой. Бля, ну ты и бомж, бля. Я что-то задумался. Хули ты задумался? Глыбы бейте. Остальные не задумывайтесь, нахуй. Алло, блядь. Глыбы бьем. Спрятались. Друид инвалид, рестишь. Справа вон падает. Это третья, если что. Друид инвалид, рестишь до вакина. Сука, два бича, блядь. Надо вам ГП въебать. Не дай бог вайп будет, получите по полтиннику. Давай, с глыбы разбиваем. Друид инвалид, рестишь до вакина. Блять, позор, пиздец. Ну глыбы, нахуй. Вы будете их бить или нет? Весь рейд бьет глыбы, нахуй. В глыбах люди, наш ДПС, наши хилы, блядь. Рез, ну, Давакин, ты встаешь там? Нет, алло, блядь, или ты отошел?
Он написал, что он вылетел. Я понял, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Тяжко будет там, готовьтесь, блядь. 4, 3, 2, 1. ВР проебали в пацанам просто, блядь. Блядь, пиздец. Нету слов, блядь. Смотри, там Биг Дэм, на тебе все бафы есть. Лапка, каска, 300 баф. Все бафы свои, там остальные нет. Каску давайте там, кто там каска? Каски нету. Ретрик, давай вот работаем. Нет. МП5 работаем. И лапку друиды. Метки смотрим. Метки вниз. Вон там треугольник, блядь. Прячемся. По центру ровно падает. Слева. И четвертая. Не ловите дамаг, блядь. Справа близко. Сферы фуловые стоят, нахуй. Как дела у вас вообще там, нахуй? Бейте сферы. Сейчас босс должен биться, а не сферы, нахуй. Ой, блядь, глыбы, нахуй. Ебать. Рациональнее как-то распределяйте дамаг по глыбам. Бомбы 4, блядь, я считаю, блядь. Вы их тоже можете считать. Говорю же, до 20%, блядь. Тяжко будет скоро, готовьтесь. 4, 3, 2, 1. Беги, малыш! Ну килия нахуй, захильте его. Пиздец, что это, блин? Ответный удар, блядь. Килия наносит ответный удар, блядь. Давай вспоминай, как играть там. Так. 2% взлетка. Глыбы вниз спускаемся. Справа далеко. Справа близко. По глыбам побольше, блядь, по крайним. Вот, спереди близко. Вот это вот, где сова стоит, там побольше. Четвертая глыба падает справа. Давайте, глыбы зергаем. И сразу босса переводим. Готовимся. Так, фаза пошла. Первый в кружок и сразу разбить. Милики, готовьтесь. Все, милики, можете уже уйти. Не заморозьтесь, только 15 метров рейндж. Вот водикон, сразу разбить его. Сразу разбить. Лишние только глыбы не заморозьте. Ну, пидоры, нахуй. Зергайте две глыбы эти. Тупые, сука. Ну, Робик для кого нарисовал, нахуй? Захильте Войда, нахуй, хилы. Разбивайте быстрее, ну, вторую туда надо ставить. Алло, нахуй. Кружок ставим глыбу. Кружок, блять. Будет притяжка, не бить. Две глыбы. Вы что, долбоебы, блять? Я же говорю, сука, 15 метров от глыбы рейдж, чтобы не замораживать вторую глыбу. Забрал. Ага. Разбивайте, в кружок ставим. Сразу разбиваем его. Внучок, пускай полежит. Все, сразу разбиваем. Следующий туда же и сразу разбиваем. Играйте спокойно, блядь. Сразу разбиваем глыбу. На берсы 3,5 минуты. Не ебланьте, не делайте хуйню всякую. Разбивайте быстрее. Следующую туда же. Забрал. Ага, и сразу разбиваем еще раз.
Так, разбиваем. Вот, а теперь следующую туда, и будет притяжка, не бить следующую. Смотрим, на ком следующую иду менять. Давай, в кружок ставь, будет притяжка, не бить. Все, иди скидывай. Притяжка, стоим за глыбой ровно. Ровно за глыбой стоим. Вот, притяжка скастуется, бейте. Бейте босса, бейте глыбу, подбивайте. Притяжка закончится. Разбивайте глыбу. На Джака в кружок, милики ушли, и сразу разбиваем. Ой-ой-ой, да захильте. Ну захильте, сука, хилы вы тут вообще? 5 хилов, работаем. Ставьте тотемы все на ману. И гимн прочитаешь, Алфир. Так, не скинул вроде. Еще ставьте в кружок и сразу разбиваем. Нормально. Где Биг Дэм вынес? Нет, не вижу. А вот что. Ну порезайте ману на всякий случай. Шелфир на хп прочитай. Все, иду менять. Следующую в кружок опять же и разбить. Так, иди скидывай. В кружок и разбить. Не заморозьтесь лишний. Еще одну притяжку будет. Мы не можем сейчас в сторону нести. Будет притяжка на следующий. Ой, дохильте хорошенько. Кто там сдох? Ладно, похуй. Скинул. Кружок ставим. На следующий скинешь. Кружок ставим, будет притяжка. После притяжки уже добьем босса спокойно. Не бить эту глыбу, будет притяжка. Стойте ровно за этой хуйней. До берсы еще вон минуту 30. Все, притяжка закончится, все в сторону, добиваем босса. Геру можно 2 ляма не давать. Забрал. Все, все в сторону, в сторону, в сторону. Румынский разведчик, нахуй. Смотри, 10 глыб заморозилось. В сторону отходите. Ёбаный в рот, блядь, не русские, нахуй. И добивайте босса. Пизда, блядь. Ну нихуя сложного нет на боссе, блядь. Чё там, блядь? Коготь ебаный. На лича бегите. Там одна валька, сука, не сагрите вальку. Кто сагрит вальку, блядь, сотку получит ГП сразу. Покорители две штуки, нахуй. Засамонится. Сагрите вальку, нахуй. Кто там хотел? Вот. Маг хотел. Кот зеленизы есть. Давай, маг, две тебе, нахуй, будешь ебашить. Коготь надо кому-то? Сука, лучше не бегите, если не знаете, что валька назад пролетает, потом вперед, блядь, потом туда-сюда, блядь, она вас заманит, нахуй, она уничтожит, блядь. Сожрет, блядь. Уже много КД пронесли, так и не падало. Короче, коготь никому не надо почему-то. Понял. Сколько не было, да? Ну сумоньте войду тогда, блядь. Было не. Так, ну я на лече. Ты на трэше. Сводим, да? Не сводим. Она, конечно, интересна, но я не хочу. Как сказал. Значит, лич стоит вот тут. Протопал с чумой стоит. Вот тут. РДД стоят. Вот равносторонний треугольник. Вот тут. Чуму выносим в квадрат. Так, что там? Сейчас рыбу ебану. Тыкните. А все тут уже. Так вот, рыба. Жрите. Все, что надо сделать вам, это вынести чуму 2 раза или 3. И разбежаться на сквернении. На пути движения валик, если вот вальки из ромбика летят в кружок, на этой линии нельзя находиться. А сквернение выносим за кольцо вот это шипованное, которое... Ни на движение валик, ни на траекторию, и ни на центр, ни сюда, ни в это кольцо. То есть самое максимум, что это выносите вот на край этого кольца. Все, проверка. И это. После лича 5 минут покурим и в РС-ку летим. Биддон, Вадикон. Вадикон готов? По инорам там смотрите, этот самый друид инвалид с Вадиконом, выберите себе по шаману.
Что-то Вадикона нету. Вадикон, ты где там? Блять, Вадикона нету. Так, какие-то заявки, что ли? Чё, два запроса. Легендарий, это что-то знакомое, блять. Риетрик 267. Вон и Shadow Player какой-то, блин. Вадикон, ты тут? Здесь. Ага. Еще раз проверка. Надо у него потом спросить будет это у легендарии имя для заметки спеки. Упустил лича. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрин. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты. Знакомый ник какой-то, блять. Погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Сука, не ту букву поставил в имени, да? Да будет так, герой! Тороплюсь, хули, лича танчить. На пул, на Войда там, бля, не сорвите огромное, пиздец будет. Так, Шаркарь 2 секунды. Я понял, бля, я понял. Бигдем, вертолет. Чума, Рилли. Виллис, молодец. Смотрите, там, если вам далеко добегать, станьте поближе к квадратику, чтобы вы рассчитываете свое пинг, там, как вы бегаете, там, вот эту всю хуйню. Если вам далеко, типа. Если милики вам далеко, могу босса ближе подвести. Чума, 5 секунд, готовимся. Внимательно смотрим, на ком чума. Так, чума, фэрмаг. Еще третья, походу, была. Я тебе, кстати, Holy Drink не рассказывал. Ну да ладно, в другой раз. Да. Про мобу. Он шаркарь там, это. Забери. Шаркаря забери. Забери, да, ключа. Че, он в центр побежал? Надеюсь, на маленьких урдалаках нету чумы. Забери, забери его, забери обратно. Ёбаный врат. Так, кому там сос? Я заберу гнивнок. Ага. Смотри, там бигдем сейчас сорвет. Сейчас будет дыхание в рейд. Притон, бигдем опять сорвал. На, нахуй. Ну я сбросил, не знаю, насколько это хватит. На пул дайте на него. Там агропа мало набирается. Слабо. Сферу сейчас убейте, когда фаза закончится. Сферу ебаните. На сферу не бежать. Все, лича бьем. За спину встаем. Первые вальки хватают, но за спину. И фулл ЛОЕ по валькам. Давайте Геру, кстати.
А, фул ДПС по валькам. Урон по валькам есть? Нет? Вот, блять, они улетели, я аж не заметил, нахуй. Треугольники, кто, лок? Да, там локи. Вот эти две хотя бы разбиваем. Все, право-лево, уходим, осквернение. Сейчас, короче, это, на сторону портала летим. Вот, и полукругом вставайте от осквернения и до портала и дальше. Милики по команде с центра уйдете. Танки тоже. На нас тоже может быть осквернение. И хилы, и все. На полукруг вставайте, на железные шипы, на вот эти. Осквернение одновременно с вальками сейчас будет. Милики вышли. С центра все ушли. Все вышли из центра. Так, ой, да прохилим. Вон осквернение на портале. И фул ДПС по валькам. Фул ДПС по валькам. Станы по валькам. Фул ДПС, нельзя их отпускать. Так, в треугольнике лок. А ромбик и кружок почему-то никто не бьет. Вы будете их, сука, бить или нет? Вы понимаете, что это наш ДПС и наши хилы? Алло, нахуй. Или вам, блядь, или объяснить? Я с тобой улетела, да? Пизда, нахуй. Солнце. Да, так, забирай. Вадикон, рисуйте. Осквернения вышли с центра. Осквернения вышли с центра. После осквернения вернемся в центр. Хулидрин, прожмись, жнец. Вадикон, я тебя рисну, вставай. Все, кличу теперь сбежались. Кличу сбежались. Только вот сюда, в звездочку, в осквернение полетите, если к ключу сбегитесь. Вот в мишку встаньте, быстрее отойдите. Сука, ну... Все, это лок, вот эти две в центре бьем. Лока того не бить, он сам это самое. Так, Вадикон, друид, инвалид, резы. Блять, я вам по-русски говорю, бейте ебаных валик, нахуй. Забудьте про лича, блять. Не будете бить валик, мы потеряем все, блять. Всех наших дамагеров. Все, осквернение вышли, 2 секунды осквернения. Разбежались. Все, теперь лича вот сюда. Не бегать рядом с лужей, нахуй. Все, давай сюда. Значит, что там? Будет волна валик. Фул ДПС по боссу. Валькам просто стан. Давай, бидон. Бидон, ставь тотем. И шалфир на ману прочитай. Все, 1/10. Интика будешь давать массакру. Шалфир, когда зайдешь на край, дашь гибну хп. Забегаем быстренько. Ну хильтесь нахуй. Так, шалфир. Первый и третий мой, второй и четвертый твой. Так, еще БР есть у друид инвалида. Шалфира рестит. Когда вот второй набирай на нем. На втором. Я третьего еще заберу. По второму и по четвертому духу. Стопните немножко, пристопните дамаг. Пускай он наберет. Этого сейчас зергайте духа. Вот эту сову. И когда переходка закончится через 5 секунд, разбейте сначала ледяные сферы. Четвертого духа не бейте, пока набирай на нем агро. Потом убьем его. Вот переходка секунда. Убейте сферы, все убейте сферы. Лича ждем здесь. Подъебало духа не заходите. Одну сферу еще убейте. Вот как сферу добили, теперь бьем духа. Сейчас забирает одного человека в комнату. 5 хилов. Его надо захилить. Это инсика. Захилить его, не уронить. Внимание. И духа бейте. Духа зергайте и убегаем к ступенькам. Инсика убить духа. Красного, зеленого захилить. И красному сбить. Все, я поймаю духов. Да, поймаешь духов. Осквернение секунда, выбежали из-под лича. Вон она, лужа возле лича. Убежали отсюда. Это, подальше от лужи бегайте. Так, духи летят, бежим, прячемся. Не выхлопайте духов, сука. Вон дух один пролетел. Там осквернение было, не хотел заходить. Вот нахуй. Ресы, друид инвалид, шалфира. Вызов духов. Уже на ту сторону идем, не стоим, не ебланим. Уже идем, хилы все, прыгаем сюда. Вот, блядь, медведь. Осквернение 2 секунды. Вот осквернение. Черепок, отошли от него. Прячемся. Подбежали к лечу. Я поворачиваю спиной к обрыву. Прячьтесь там. Духи летят. Все, шалфиру фулбаф. Читайте там на ману все, что осталось у вас. Нихуя там духи летят. Ты сдох, что ли? На хп есть. А чё за хуйня? Хулидринг, ты где? Я здесь.
Так как, блять, а чё я хлопаю? Осквернение 3 секунды. Я так щас... я первый хлопнул, алё. Да, я думал, ты всех будешь хлопать. Пошли, перебегаем по, к трону. Хлопай сейчас тоже, частицу у него давайте, и хильте. Зубы и крылья по холидринку. Только хлопай, не пачкай, вот, ну как, не сейчас как в меня они влетали, а по одному, по два. Вот, все хлопается нормально. Я же думал, там холи пау поймает. Не-не-не. Ну, танк есть, но ну, а что тебе тогда делать? Зачем туда второй танк? Ты хлопаешь их. Все, перебегайте, там добивайте 5%. Еще духи долетят. Прячьте здесь за спину лича. Ты полностью хлопаешь всю пачку. Только главное по одному, по два, не, небольшой пачкой. Хилы есть, вон они все хилят. Если какие-то вон пролетают, я там дохлопаю. Номер. Да в комнате кто-то умер или и не захилили? Нет, не захилили. А, хилы, как дела? Сейчас лут раскидаем нахуй. 5 минут покурите. Потом в РС-ку выдвигаемся. Лямов от босса. Что движет вами? Ну. Плохо, сколько улетел в Хэйме? ХП сейчас. Ты отлично их обучил, Фордринг. Да, где-то 160. Примерно. Прилично. Да хуя прям. Ну, Джайна 160, улетел около того. Раньше было 200, блядь. 219 было. Ну, я смотрел, когда эти экзолты добили. Он изи, ебать, главное до третьей фазы доживите. Да, лич простой. Механики задроченные просто, ну видишь, все от людей зависит. Вот то, что люди от осквернения отбегают, это хорошо. А вон рейд, первый рейд, блять. Осквернение разлилось, лужа лежит, и челики в ней стоят, нахуй. Просто подбежали и стоят. Да, блядь, пиздец, думаю, ДПС повышает, наверное. Было дело, но. Ебать. Сейчас позырим, что там выпало. Надо быстрее. Отколок. Надо до квартальных быстрее добираться и башить их. Ну, лишь из-за того, что. Из-за того, что основной состав меняется, из-за этого проблемы. Сыграться не успевают люди. То уходят, то приходят. Метриос, надо? А сколько у нас полтинник? Чё полтинник? Ты про что? Сколько хп за полтинник? Ну, фулл 300, полтинник 150 получается. Так. Кому там пуха улетела? Пуха этому, Ретрику. Ретрика тебе сильно надо? Вы можете паролить с ним, если вы оба новых. Так, завоеватель. Этому десалюту закинул, Ретрик, это самое, завоевателя. И покоритель надо кому-то? Покоритель магу, давай. Так, осколок. Так, сейчас ЕП накину. У меня нет цели. Так, все. Да. 5 минут курим и летим в РС-ку. Там еще 700 ИП.